Итак, знаменитая локтевая техника от Олега Лафа-Гудвина. Ну, все приемы и их последовательность я вам уже показал. На доске еще нарисую схематично, как это все выполняется, да, со всеми методами декомпрессии. А сейчас мы разберем некоторые нюансы. Ну, во-первых, руки давайте переложим. Голова также лежит в мою сторону. Эта рука свешена. Потому что мы растягиваем эту сторону, она должна быть полностью расслаблена, еще раз повторяю, да? И работаем с плечом и шеей тоже растягиваем, так и лицевидные мышцы здесь, да? Значит, у нас был прием, вот такой вот мы растирали, да? Перпендикулярно положению тела человека. В него бы хорошо добавить, ну, во-первых, давайте чуть-чуть сбоку, чтобы покажу, чтобы было на камеру видно. А там видно вообще меня? Да, да, видно прекрасно, даже вообще. Вот, то есть я когда так растираю, смотрите, я вытягиваюсь весь и прогибаю свою спину, открещиваю попу, вот, на прямых ногах, да? То есть у меня расслабляется мой собственный поясничный отдел, да, грудной отдел, до хруста даже доходит. Когда делаю вот такие вот движения, подтягивающие, растягивающие, у меня тренируются мышцы своего собственного позвоночника. То есть это еще отличная зарядка для самого себя. Если добавляю еще движение тазом, вот, движение еще больше дает нагрузку на мой позвоночник, но нагрузку не болевую, а такую, фитнес-нагрузку. То есть упражнение, делаю упражнение, вы сами себя навредить не можете. Даже наоборот, я иногда жду, когда я наконец-то приду на массаж, если там что-то потянул, там что-то защемило, заломилось меня, да, после этих приемов, раз, у меня все проходит. Следующее в этом приеме. Мы можем добавить технику роллинга. Это когда у нас вся рука, она немножко прокатывается или идет по спирали. Вот, особенно это вот удобно и приятно на трапециевидные мышцы вот так вот вытягивать на себя. При этом, смотрите, когда я вытягиваю, вот я зашел как можно глубже, чтобы локтем зацепить, да? Потом вытягиваю, зацепляю обратной стороной большого пальца. И мой корпус тела, смотрите, где находится, вообще уже далеко, за пределами ягодиц даже. И вытягиваю вот сюда. Видите, то есть такое длинное протяжное движение получается. Остановились вот здесь. Дальше прием мы делали, если помните, нож входит в масло и спиралевидные круги вокруг ягодичной мышцы, где она крепится, вот здесь, большая ягодичная мышца, вот тут. Заканчивается. Тут ямка как раз находится. Значит, в это движение добавляем, чтобы человек не вставал, добавляем движение в противофазе спереди, другой рукой, чтобы она просто не болталась. Без толку, да? Зачем она болтаться, когда мы можем больше пользы принести человеку? Значит, еще раз, входим в масло. В масло я вхожу прямо нож, вот эта ноша, да, от острия до шире, до острия локтя, да, разрезаю не перпендикулярно позвоночнику человека, да, а вдоль по воздушной кости. Вот тут она идет, моя рука. То есть получается от крестца, вот туда, точнее не от крестца, а от бугра воздушной кости, вот он тут выпирает. Получается вот такое движение вдоль. Немножко градусов, от перпендикулярно градусов 30 получается. Еще раз показываю. Вот прям поднялся на носочках. Ух, туда. Раз, внедрился. Вот тоже еще один нюанс, который вы на видео никогда не увидите, только присутствуя здесь, на тренировке, на тренинге. И смотрите, вторая рука пошла уже за плечо, захватывает трапециевидную мышцу. Вот. И пока эта рука накручивает круги, да, эта рука к ней приближается, захватив мышцу, разворачивается, и вдоль позвоночника задает еще одну вибрацию. Вот. Потренируйтесь это по очереди делать. Потом они встречаются, естественно, здесь. И она переходит в ударную киянку по долоту. Или зубило, как это называется правильно. То есть одна рука превращается в долоту, да, другая в кияночку. Вот. Одновременно показываю, чтобы было понятно, да? Вхожу.
И сразу, видите, не отрывая от руки, она уже превращается в другой инструмент. Я делаю распорку такую прямо в нее, в таз. И после этого начинаю паравертебральные мышцы декомпрессионно по спирали отодвигать друг от друга. Вот. Этот прием потренируйте, потому что он действительно сложный. Это получается, у вас тут локоть ходит кругами, а это вот вибрация идет. Да? И то же самое, когда мы сейчас будем после локтевой техники переходить к работе с плечом, да, то же самое мы делаем в ту сторону. Вот, эта рука пошла, да, а это что? Просто так болтаться будет, или за попу держать. Тоже пусть работает. Запускаем вдогонку локтя, локоть движется, вибрацию вот такую. Медленно вытягиваем трапецию и теперь ее прожимаем. Вот. И переходим дальше к работе с лопаточной зоной. Вот. Вообще, в чем еще заключаются нюансы? Тут мы это будем отрабатывать на вот этих вот приемах. Тензисуань, да, когда вот мы делали то есть вот все переходы. Тут включаются такие восьмерки. Ну, по-простому восьмерка, да? Это вот когда у вас вот руки ходят вот так. Теперь подключаем локти. Они ходят вот так. Теперь подключаем расстояние. Вот так вот. Вот так же мы работаем с телом человека. Стоим перпендикулярно к нему, присев на коленках, да? И работаем, например, вот наша зона, да? А нам надо перейти сюда, или наоборот, от плечей к ягодицам. То есть вот мы раз. Видите, восьмерки? Мы перешли сюда. Раз. Вот восьмерки. Перешли сюда. И так далее. Вот эти восьмерочки мы с вами тоже еще потренируемся делать. Ну, а вы нас смотрите и зря сидите. Быстрее звоните по телефону и записывайтесь на новый следующий тренинг. У нас начинается новый поток в ближайшие выходные уже. Не опаздывайте.